Можно сказать, что зима наконец заняла уверенную позицию в Рязани и области. Конечно, нас еще ожидают оттепели, но морозных деньков с метелями и снегопадами, несомненно, будет больше. В начале недели мы будем находиться в тыловой части циклона. В Рязани существенных осадков не ожидается, а по области пройдет небольшой снег лишь местами. А вот температура воздуха начнет понижаться. К среде она уже достигнет отметки минус 10, минус 15 градусов в ночные часы. А днем температура воздуха будет в пределах 50 градусов со знаком минус. 12 декабря в четверг ожидаются осадки в виде снега, местами метель. Температура воздуха в ночные часы составит минус 7, минус 12 градусов, днем в пределах 2-7. В пятницу 13-го прорвется атлантический теплый воздух. В дневные часы велика вероятность оттепелей до минус 3, плюс 2 градусов. И также временами пройдут осадки уже смешанного типа. А вот в субботу снова ожидается похолодание, пройдут осадки уже в виде снега, а температура воздуха в течение всех суток будет в пределах 3-8 градусов со знаком минус. Лишь бы стихия не накрыла, к этому наши городские службы вряд ли будут готовы. А так, погода что надо, все на лыжи.